Друзья мои, привет! Возвращаюсь в Москву после проведенного мероприятия. Настроение хорошее, но всегда найдутся те, кто хотят это настроение мне испортить своими комментариями или посылами в директе. Я имею в виду ваша реакция, некоторых людей, некоторых, на монолог Ольги Рапунцель о том, что все женщины делали то, что делала она. И вот вы мне пишете: Андрей, мы требуем извинения публичного. Она оскорбила нас всех, она оскорбила твою мать, она оскорбила... примерить в адрес моей семьи. Лично я выше этого. Я просто покрутил вот так у виска, когда это услышал и посмотрел, и все, больше ничего. Мне кажется, это то же самое должны сделать вы. А все, кто пишет, что это оскорбление моей семьи, я буду блокировать. Еще раз, будьте мудрее, будьте выше этого и не воспринимайте на личный счет. Всем добра.